Мы всегда совершаем фундаментальную ошибку атрибуции, да? или почему интуитивный психолог всегда не прав. Это название статьи Лероса. Это не другие люди ошибаются, совершая фундаментальную ошибку атрибуции. Мы все ошибаемся, когда вы сталкиваетесь с человеком, когда вы приходите домой в квартиру и встречаете там родственника, знаете, что вы фундаментально ошибочно атрибутировали ему некую сущность, присудили ему некую сущность. А на самом деле там все, мягко говоря, сложнее. Сложнее ли потому, что у него какая-то специфическая сущность, за которой он скрывает от вас? У вас есть такая сущность, которую вы прячете? Там многие закачали головой. Нету. Значит, есть ситуации, в которых вы оказываетесь.